Приветствую вас, друзья, с вами Назар. Мы продолжаем играть Disciples 2 за нежить. Итак, в предыдущей серии мы тут сразились против паука. Вот, мы его убили. Но, наверное, за этим сокровищем возвращаться не буду. Я попробую вот так убить волка, и, возможно, у меня хватит хода, чтобы вернуться вот сюда и отличиться. Правда, вот тут давайте сделаем, знаете как, сделаем вот так. Чтобы этого они не кусали, пусть кусает либо этого, либо этого. Этого они укусить не могут, потому как у него есть защита от оружия. Ага, полностью все потратили. Ясно. Это надеялся. Блин, думал. Похожу этим нижним, убью этого. Ну, не судьба. Нет, так нет. Все равно получил много урона. Ну ладно. Становись как-то вот так. Все равно придется один ход пропустить. Ну, вот этих, по идее, вождя варваров я убиваю за один ход. Надо будет попробовать. Так, ты поставил. Жезл, давай, отходи оттуда. У тебя есть на продажу. Давай сначала продай, потом пойдешь туда на север, заберешь. Что там? Припасено для нас было. Да, можешь вот так пройти. Ну и пропустим ход. Так, собираем 2200, вроде бы там нужно. Где же это забрать? Где это собрать? Сам напал. У него инициатива 40. То есть он атакует по-любому после наших скелетов. Отлично. Хорошо, что он напал. Сэкономил нам ход. Да, тут уже уровень. Ну ничего, на других будет идти больше. А сколько там по опыту, чтобы качаться нужно? Этому нужно 900, а этому тоже 900. Хорошо, будем пробовать им. Правда, этот лучше по урону. Но этот уровень может понижать. Интересная такая способность. Так, ты забери вот это на продажу. Так, тут наша магия. Хорошо. Ну, нападать не буду. Один ходик все-таки посижу, полечусь. Деньги тратить тоже не буду. Деньги нам нужны. Нужно будет пойти вот тут зачистить вот этот участок, зачистить. Не знаю, на этого орка идти, не идти. Там, в принципе, много опыта у него нету. Тут тоже немного опыта, разве что титан, но тоже как-то крюк такой делать. Тут дадут по 20 опыта, как же и так же, как и тут. Но вот здесь должны дать нормально, а вот тут должны дать нормально. За этого тоже мало дадут, но мы его попробуем убить с помощью костяного лорда. Вообще непонятно, что это такое, что это за разбойник, что он там стоит. Так. Ты... Ну, пока стой здесь где-то. Пока для тебя заданий нету.
один раз гномы пришли, и все, больше не хотят приходить. Боятся. Угу. По-любому боятся. Так, что стоишь? 178. Ну, давай, полечим. Давай сперва этого. Так, вы типа лучники, да? Кстати, его 60, то есть по 40 бьете. Угу. Может, собачка на нас пойдет сама. Опять пропускаем. Талисман скорби, что-то такое. У нас этот отряд 10 очков повреждений ядом. Как-то не очень. Текс. Пауки. Пауканы, пауканы, да? Ну давай, значит, сюда что ли идти, а потом уже на обратном пути с собакой. Ну я правда не знаю, хватит ли мне тут силы, чтобы их убивать. Хватит ли хп, точнее, а не силы. Чтобы они меня не убили. Эх, чуть-чуть. Походу не хватит. Тут так или иначе нужно сюда идти. Восстанавливаться. Надо будет вот этого тоже вольнуть. Вот он тут преграждает нам дорогу. Своих лечит даже. Вау, так классно. Вот это классно, конечно. Так, вор пришел. А у тебя нету этого. Ну вора-то я убить смогу. Вот давай сюда немножко так в сторону станем. Так, тобой. Идти сюда, лечиться, возвращаться. Или идти сюда.
и сидеть просто. Ну, давай пойдем сюда. По дорогам быстро она продвигается. Вот, заход она тут полечится нормально себе так. Дракон урока. Может, дракона вот сюда лучше дать вместо колдуна и воина. Поставить дракона. Костного лорда и привидение. Наверное, так нужно будет сделать. Так, наверное, будет получше. Опять пропускаем ходы. Нападать, что ли, будет? Возможно. Нет, не напал. Так, ты. Ну, тут, видите, уже дошло все равно наше влияние. По-любому буду продвигаться вперед. Буду смотреть, что да как. Может, дальше что-то есть полезное. Еще 1000 осталось. Так, сюда не дохожу и сюда тоже не дохожу. Блин, вот это мешает. Черт. Ну, типа, могут походить, конечно, быстрее, чем я. Может, они походят. Походили. Ну, это не страшно, это автоматически, походу, отлечится. Сразу сюда. Ай, не хочу тратить туда еще один день целый. Так бы мне нравилось, если бы они постоянно так ходили. Ну, ты пока сюда, да, иди. Тут надо будет ему передать одну штуку, вот эту. К сожалению, ее нельзя использовать так, в глобальном варианте. Надо тут в одну цель бить. Без разницы. Так, хорошо. Это уже начинает потихонечку себя вкачивать. О-о-о-о-о-о-о. Так тут сразу уровень будет. Это даже лучше, чем вот это. 1500 вроде бы стоит построить. Угу. Вот как раз-таки на следующий уровень ход и построим. Хорошо. Что это у вас тут такое лежит? Мишка, походу, убьют. Вижу, кого-то уже убил. Видите, как тут карта разделена по таким зонам, чтобы земля вот наша не распространялась. Ну и вражеская тоже не распространяется, конечно. Ну, так хитро сделано.
блин. Может сбежишь, может промажешь. Минус 300. Ладно. Еще и бутылочку он себе забрал. Кланы наняли варваров, чтобы расправиться с нами. Готовьтесь к бою. Орды, они близко. Хорошо. Тоже продать. Забыл построить. Вот дурак. Господи. Блин. Так, вы бьете по 75. То есть 3 на 75 это у нас сколько получается? 3 на 70 210 плюс 15 225 плюс 140 225 плюс 140 360 где-то. По идее, должны его убить. Я еще с этой с помощью буду бить тоже. Если никто не промажет, то убьем. Еще не факт, что она походит. Но если этим ударю, так или иначе не убью, значит можно сюда бить. А вот так, может, она сразу всех свинтит. О, отлично. Значит, выровняем здесь шансы на получение уровня. Ну, не шансы, а просто получение уровня. Так, ну тут все равно не доходим заходик, так что можно и не тратить. Это тоже на продажу. Не буду тут возвращаться. Зачем? Так, знаешь что? Ты выброси просто-напросто это вот сюда. Потом на обратном пути наши кости подберут это. А у него 400 даже хипульки. Смерть. Он так или иначе восстанавливает хп, так что пусть будет так. Привет, привет. Вас сразу двое. А у меня скоро новый уровень у бойцов моих ближнего боя. А у вас вряд ли есть такие хорошие, как у меня. Так, главное не забыть построить. Сейчас договорюсь. Так, ты погнал сюда за ништяками. Ты сюда ты не доходишь, дойдешь вот сюда. По идее они должны выжить, и по идее они должны апнуться. Но это по идее. Мне просто интересно, что тут за сокровище. Правда, я бы мог. Я костяным лордом убью. Я не буду тут тормозить. Может этих убить, чтобы так, ну, типа, стоять дальше. И вот этих давайте убьем. Кого-то сделаем немножко по-другому. Вот сюда вот так поставим. Просто непонятно, хватит или не хватит. Но пойти должно. Давайте сюда. Вот это по-любому просто бьет. И этого нужно по-любому убивать. Этого не успеем, наверное. Ну да. Так или иначе ударит. Слушайте, может стать в защиту. Потому что этот по-любому будет бить.
Ты бьешь этого. И ты добиваешь, да? Да, добил. Хорошо. Ну. Так, убей, чтобы он не ходил. И этого добивают. Е-е-е, красавцы. Так, теперь тут нужно, наверное, собирать и потом уже этих, да? Угу. Да и тут через 400 опыта будет новый уровень. И вот такой вот я весь прекрасный. Текс, ты заберешь, потом этих убьешь. Почистим с помощью этого лорда вот эти все, чтобы они тут не торчали. Титана можно даже убить. Так. Можно кинуть на него магию, чтобы он типа не нападал. Но я что-то не знаю, стоит ли тратить. Мне кажется, он все равно свалит. Не, хочет город забрать. Зря-зря. Зря-зря. Знать бы, что там у него. Я могу сейчас построить. Да, я, кстати, могу построить. На шпионов. Она недорогая. И одного нанять. Да-да, нужны деньги, но... Разведка тоже нужна. Вот этот даже как-то более, мне кажется, прокачанный. Это вторые уровни, все. А у него тут первый. Понятно. Так, ну, тебя нужно убить. Прощайте. О, хорошо. Ну, они сейчас тут свалят просто-напросто. Так, тобой мы сюда пойдем. Вряд ли он будет нападать, вряд ли он будет город забирать. Но если заберет, то нам опыта будет больше. Может там что-то поставить, как какую-то защиту. Так что нам абсолютно все равно. Так, тут надо как-то... А, я хотел этого убить. И забрать тут. Щук. Класс. Полностью, конечно, не убивает, но, в принципе, и так норм. Не восстанавливает, как я хотел сказать. Уже лучше, чем ничего. Ого. Одно сражение. Тут сразу заберем и продадим. И вот тут вора надо будет отправить. Но это потом уже, когда будут деньги. Нам пока эти бутылочки вроде бы не нужны. Вроде бы все идет нормально. Ну, сейчас нужно продвигаться просто к следующему городу, искать новую такую точку отправную.
наверное. Или тут позачищать. Наверное, лучше все-таки позачищать. Вот этого великана взять, убить. А че он тут стоит? Какой-то странный. И тебя там гномы прессуют. Ну ладно. Не хочешь, так как хочешь. Хочешь, не хочешь, как хочешь. Сражаться будет. Да ёб. Сейчас могу этого какого-то убить. Ну, вроде бы и так убиваю. Достану, не достану. Плохо. Значит, волка. Или не волка. Или все-таки волка. О, это надо отдать. Волка или не волка? Ну ладно, давай волка. Надо было в этого бить, я бы его убил. А не убью, все равно. Все равно этот не походит. Повезло. Все. На этом участке все уничтожили. Все зачистили. Еще какой-то. Два вора? Зачем? Почему? Так, лордик, убей-ка мне вот этого вора, дабы он мне тут не шастал, не мешал. Туда. Ну, давай по порядку. Ауч. Так, этого нужно убить по-любому. Теперь-то мы наносим по сотке урона. Так что сколько у него? 30 инициативы. Давай, знаешь, как сделаем. Станем ждать. Мишку убьем. Очередной ход. Смотри, что здесь. Продать или оставить. Давай посмотрим, сколько он стоит. Если там 50 копеек, то нет смысла продавать. Будем себе использовать. Ну, если дороже, то продадим. Понятно. Только ход опять потратил.
50 копеек дадут. Сколько? 35 копеек и 50. Почти угадал. Ну, хотя бы за этот ход сюда можно добраться. О, тут тоже есть какой-то... какая-то заначка. Так, ну, по идее, она должна... Ой, блин, я... Надо было нижнего убить. Было нижнего. Одного бы убили. А так они ударят по центральному. Тупанул, тупанул. Но тут до города недалеко, и плюс есть дорога. То есть много мы тут не потеряем. Надо будет его. Стойте! Кто такой? Королева Ятала Хали приказала мне остановить вас. Приготовьтесь к смерти. Тебе, к твоей тебе и твоей королеве не помешало помешать нам воскресить Гелиана. Нам дела нет до ваших забот. Я смогу разрушить замыслы вашей проклятой богини. Что такое? Ну, заодно и разведаем. Вау. Но опыта хорошо дадут за такое. Но у меня есть мана, значит, можно будет какую-то бяку на него еще кинуть. А вот ты какой он... 9-й уровень. Все поле боя по 70, да? Ясно. Ну, инициатива низкая. А тут инициатива тоже 30, то есть ходит он после всех наших. Ну, кроме привидения. Ладно. Тыч. Сто 120. Вот это, конечно, погибель. Ого, у них вот эти варвары есть. Ну, это по-любому нужно будет отдать потом. Так, есть у нас 1000. Четыреста? А чё он такой дорогой? С 10 очков повреждений. Такой дорогой. 400. Может, не продавать. 120. Забирай. Нафиг мне это валькирия. Это не буду продавать. Ну, не знаю даже. Но я понимаю, что яд каждый ход отнимает, но 10 очков. Надеюсь, я не ошибаюсь, что продал. Моя сила перевернет! Ага. Тут и варвары, и гномы. Все на кучу. Они сами идут в наши руки. Ё-моё, 500. Дорого. Я достану тебя тут или не достану? Я сожгу их души! И что, хватит ей 147 нанести повреждений или не хватит? Ай, ё-моё. Да. Хорошо. Раз уж ты так решил поступить. Видите, просто
обычные войска, они не отступают. Ну, как обычные вот эти там всякие нейтральные существа, которые стоят тут на карте. Вот медведи всякие, там волки. Вот эти могут отступить. Так, ты давай беги сюда. Должен отдать одну. Один ништячок. Ты тут охраняй. Охрана, конечно, из него так себе. Так, вроде бы никаких сундуков тут больше нету. Вроде бы все. Заграбастал себе. Не сбежали. Идут на нас. Так, герой восстанавливает. Герой не... это не нужно. О! Вот это неплохо. Точность, радиус обзора, очки здоровья, вода, магические книги, урон, талисманы. Давай возьмем по лесу ходить. Может, на следующий уровень дадут по воде. Правда, на следующий уровень еще как до Киева раком. Ну, давайте сразу попробуем этого уродца убить. Так, что я могу? Вот это офигенная штука, только у меня нет магии рун. Инициативу. Мне бы вот, да, что-то... Хотя инициатива там и так низкая. Точность. Ну вот нет у меня маны рун и... Надо идти к гномам. Так, этого с помощью этих двух можно будет убить. И поскольку вы бьете, напомните мне по 100. Мы тоже бьем по 100. То есть будет 200, и этот 140. Ну не 140, тут уже больше. Тут уже сколько? 162 вроде бы. Еще раз. 166. Нет? 70 плюс 60. А, нет, 140. Не, стоп. 70 плюс 60. Это у нас получается 130. Ага, 146. Да? Вроде. Что-то не особо много. Но мы не сможем их убить, значит, ты вставай в защиту. Потому что тебя будут бить, они с двух сторон. А вы бейте. Ну, может, не будут, может, как-то по-другому. В других целях. Ну, хорошо. О, а что, этого не убили? А, у него защита из плюс 20. Угу. Ой, вот это, конечно... Тварь та еще в камень обращает. Ну, такая же, как и наша. Только наша содействовала, сработала лучше. Так, этим пропускаем ходы. Ой, блин, не то сделал. Ладно. Нужно было этой атаковать, нашей героиней. Кого бы она не убила, вот те, кто пропустил ходы, они бы добили. Ну ничего. Это тварь. Вот видите, что я говорил. Та еще тварь. Повезло. Тупо повезло, что их не заморозило, не окаменило. Понятное дело. Да этим еще 1000. Я что этого не улучшил. Так, есть что продать. Волк. У тебя даже волки на службе. Они убили от этого. Эх, Мишку. Бэ.
За что он был такой молодой? Такой молодой медведь. Так, ты забирай это. Ты отдай вот это. Это не продам, ни за что. Это не продам. Пусть будет. Тут тоже все надо, мне все надо. Хорошо, делаем ход. Так, 1700 у нас будет. Ну, может, вот в этих башнях, в этих точках нужно будет что-то получить. Я был бы очень рад. Привет. Пока. Моя сила! Я вернусь! У этого тоже есть защита. Нету защиты, у тебя нету. Так, ты. Ты ставай защиту. Соточка и получи. 150. Может и убьет. Может и убьет. Е-е-е. Повезло. Я думал, убегать будет. Размечтался. Хорошо, хорошо, хорошо. Ну что, давайте рискнем. Хотя давайте сохранимся. Там может просто сидеть какое-то чудище. Чудище-юдище. Оно там и сидит. Надо этого убивать. Так, надеюсь, ты заморозишь этих медведей. Фу. Фу. Повезло. Ну, тут должны дать золото нормально так. Либо какой-то артефакт. О, дали. Вижу, уже дали, тут сразу начисляется. Талисман, вызывает старого ветерана. Продать. Все продать. Так, строим наконец-то на этого сущего. Будешь сущить на головы врагов. Эй? Угу. Боже, какая шутка. Какая шутка. Но тут надо будет вернуться. Вот, наверное, в этот город вернемся. Наверное. Вот, вижу, опять идут какие-то. Вот тут кто-то, либо он тут стоял. Ноги варвара, по крайней мере, есть, видно. Так, а на следующего воина сколько там надо? 2500, что ли? 3 Карл. Или сюда дойти? Ну и сюда тоже могу дойти, в принципе. Но без разницы. Хотя эти сюда пойдут. А у них тоже скоро будет уровень. Тут опыт быстро набирается. А вот деньги не особо. Уже 400, почти 500. Только недавно взял, а уже 500. Ну, конечно, вот эти варвары скоро закончатся, я думаю. У гномов. И не закончатся. Ну вы сидите один ход. Да.
А ты... Ну, фиг тебе знает. Давай сюда попробуем атаковать. Надо все-таки костяного лорда туда поставить. Он чуть-чуть по, так сказать, пожирнее. Надо было этого убить. Хотя мы его заморозим. Я сказал, заморозим. А если так, он двум вернет? Не, он себе возвращает. А если у себя, наверное, если он полностью здоров, то тогда тому, кто покосан больше. Понятно. Наверное, так это работает. Схема. Там дают вон, по 20 опыта. Основным героям туда нет смысла идти. Блин, где же взять 3000? Моя сила перевернет мир. Ну, сидеть я не могу. Надо лечиться, надо атаковать. Отступает, хорошо. Это хорошо, это повезло. Не надо будет лечиться. Ты какой красавец. Такой. О, эликсирчиков подогнали, так неплохо. Ой, забыл отдать опять этому. Если его сюда кину, то поди он сможет достать воды. Ну пусть будет. Здесь вот это дорого стоит. Старый ветеран. 200 монет у нас есть в кармане. Еще 2800. Всего-то навсего. А уровень-то на нас уже. Причем, о, 800. Ну, эти талисманы, наверное, они одноразовые или многоразовые? Ну, они мне просто не к чему. Абсолютно не к чему. Так, тут было бы хорошо так город найти. Ну, ладно. Ну тут что-то дадут. Надеюсь, золото дадут. К сожалению, не смогли мы увидеть, как работает снижение уровня. Но это надо, наверное, на всяких прокачиваемых тварях. Тут все равно первый уровень, он что? Типа штраф какой-то получит, если на него кинуть. Да, или не дали. Что-то не знаю, сколько мне было. А, 400 дали. 40%. Стопа у меня на сколько? У меня на 20, а это на 40. Вау. Скорость 50. Если так, 58. Круто, аж на 8. Так, ты спрячься.
Ну, ты давай иди сюда. Будем дальше зачищать. Уровень набирать. Тыкс. Вообще, хорошо его вот так поставить. Ну, так тоже, наверное, плохо. Так просто будут, могут этот атаковать. Да, вот так лучше даже будет. Но тогда он не сможет атаковать нижнюю цель. Так что не знаю, что лучше. Ну, попробуем так. Так, вижу-то вон что-то тоже мелькало. За туманом войны опять идут. Они что, их постоянно спавнят, что ли? Вот что-то не понимаю. Ну, у них хотя бы передвижение низкое. Так, дайте мне город. Вот и город. Погнали. Они отсюда, видимо, спавнятся, что ли. Так, ты бьешь 50, ты 70. Ха, класс. Офигенно. Так, ты бьешь 40. Ну, давай этого хотя бы сможем убить. Все равно походил. Ауч. Ну чё, город крутой. Полностью раскачан. Прикольная вещица. Но он не для лучников. Ну, как бы им тоже можно сбить лучника. Вот, но все-таки он на какую-то ближнюю цель, такую, знаете, жирную, реально крутую, больше подходит. Так, и тут внутри еще какая-то хрень сидит. Так сделаем. Давай вот так. Надеюсь, этого хватит. А, я не могу. Да ёпарасто. Так, и тут нужно будет нанять. О, сразу две точки. С такой магией. Круто. Это круто. И этого нужно еще поймать. Ну, давайте хотя бы город захватим в этой серии. Будем заканчивать. Ты зараза, еще по мне магии бросил. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Мощно так. А сколько у него инициатива? 50. Так себе. Значит. Третий по 70. Ну ты сильно нас не ударишь. Ты 90 бьешь, ты 55. Давай этого снизим. Сейчас обычный такой зеленый будет. Чик, в зеленых трусах. Так, тебе 40 инициатив на 10, это походит быстрее. И вольнет их двух. Хорошо. Ой, может убить. Ну ладно, убил-то убил. Пожалел на нее бутылочку, так бы помогло. Так бы у нее было больше, чем 70. Нужно было ему уровень понижать. Все же, видимо. Эх, ну, мне повезло. Гарные кланы вознамерились помешать нашим замыслам. Мы обнаружили свиток с приказами их королевы. В свитке идет речь о союзе с варварами. Нам нужно поскорее добраться к эльфийские земли. Они походу отсюда будут спавниться и нападать. Мне так кажется. Так, ну вот эти сапоги тоже можно продать.
тут сделаем вот так. Не буду никуда пока идти. Я тебя все равно догоню. Так или иначе. Этого я убью уже вне Сирии. Вот, а на этом с вами прощаюсь. Благодарю за внимание. С вами был Лазар. Всем пока.